Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Ну и пожелаю вам пригласить сюда всех своих партнеров, потому что сегодня интересная конференция, сегодня хорошие у нас призы будут для всех участников, ну или не для всех, а для тех, кому больше повезет, правильно сказать. Но тем не менее, каждый будет иметь шанс в очередной раз получить вкусную плюшечку от компании. В принципе, не будем ждать, конечно, опаздывающих. Давайте начинать. Давайте вспомним, что у нас с вами было совсем недавно, буквально вчера. Все мы праздновали этот замечательный день, День Победы. Ну, наверное, много я говорить об этом не буду. Много слов сказано, много всего было мероприятий различных, интересных. Да? Все вы наверняка также присоединились к этому празднованию, я больше чем уверен. И, конечно же, всех хочу еще раз поздравить с Днем Великой Победы. Ну и пожелать всем мирного неба над головой во что бы то ни стало. Ну и мы с вами, в принципе, отчасти тоже делаем такое дело, которое способствует этому миру. Давайте от праздников все-таки перейдем, да, но праздники у нас были длинные, первомайские, потом 9 мая, очень много выходных, немножечко спала активность, да, как это обычно бывает, все люди потянулись на природу, но праздники наконец-то закончились, сетевики обычно об этом говорят с радостью, другие люди наоборот не хотят выходить на работу, но так или иначе. Хочется отметить, что праздники закончились майские, а у нас с вами праздники не закончились. И для всех новых участников, которые присоединяются к нашей компании, есть всегда приятный сюрприз. И до 31 мая этот приятный сюрприз их будет ожидать. При активации аккаунтов в проекте «Всем миром» каждый участник, вне зависимости от того, когда он это сделает, и когда он вообще зарегистрировался, год назад, сегодня, завтра, если до 31 мая активирует аккаунт, то получает приятный бонус, подарок от компании, гарантированно $10, который сможет потратить сразу же на подключение услуги «Бизнес-автомат» и получать новых партнеров практически без приглашений. Ну, а об этой услуге вы уже все знаете. Эта новость для вас, как для спонсоров, в принципе, имеет весомое значение. Еще и в контексте наших следующих новостей, о которых мы, конечно, поговорим сегодня очень-очень подробно, поэтому запомните, да, эту новость. Я вам еще раз напоминаю, что каждый участник, каждый новичок, который посещает наш сайт, с этой информацией знакомиться, она у всех есть, у них перед глазами, и даже когда человек захочет покинуть наш сайт вдруг ни с того ни с сего, или может быть изучив много информации, так или иначе он столкнется еще и вот с таким сообщением и уж точно не пропустит информацию о том, что у нас для него приготовлен небольшой, но очень приятный подарок в размере $10. Вы эту информацию должны знать, и теперь она вам, помимо просто увеличения количества регистраций, способна будет приносить еще и увеличение вашего финансового благосостояния, поскольку у нас система дополнительных вознаграждений заработала. Но о системе вознаграждений чуть позже, а пока что еще важные новости, которые мы с вами недавно получили. Это новое достижение, которое было зафиксировано в конце апреля, начале мая на счетчике средств, которые на сегодняшний день переданы в благотворительный фонд «Всем миром», всеми участниками, всеми фандрайзерами нашего сообщества. И эта сумма уже превысила значение в $800 тысяч. Казалось бы, не такая большая сумма, конечно же, она могла бы быть и больше, если бы мы начали сбор средств в пользу именно благотворительного фонда намного раньше,
Я хочу немножечко экскурс сейчас провести и ответить на часто задаваемый вопрос. Вот люди, которые считают себя самыми такими, видимо, умными с точки зрения математики, и говорят: ну, люди, смотрите, вас же обманывают, как вы не видите, здесь же цифры на счетчиках не совпадают, да? Ну, не совпадают, не бьются, то есть. И начинают приводить различные расчеты, что вот получено фандрайзерами больше 6 миллионов, а передано в благотворительный фонд всего 800 тысяч долларов. Хотя, казалось бы, по презентации 50 на 50 должно идти, да, друзья? Ну, конечно, наши опытные участники знают, в чем здесь дело. А для всех остальных и для тех, кто эту презентацию, может быть, слушает в записи, я еще раз поясню то, что сам по себе благотворительный фонд в составе концепции нашей программы развития общественной благотворительности появился не с самого начала, а спустя практически 3 года после ее старта. И в 2013 году мы начали сбор средств вести для фонда «Всем миром». С самого начала никакого фонда не присутствовало, и наша программа представляла из себя систему финансовой взаимопомощи исключительно между самими участниками. Ну, вот так сложилось, что, видимо, неизбежно мы пришли к тому, что намного интереснее объединить усилия и помогать не только самим участникам друг другу, да, но и еще делать одно общее, большое и очень весомое общественно полезное дело, то есть заниматься фандрайзингом. И вот 800 тысяч долларов, которые превратились уже в более 30 имен детей, которым мы с вами оказали неоценимую помощь в лечении. Эти дети все находятся, ну, информация об этих детях, вернее, находится на сайте благотворительного фонда «Всем миром». К сожалению, сегодня на сервере там велись работы, я вот не смог вам сделать скриншот, но работа завершатся, я думаю, в течение нескольких часов, и вы сами сможете пойти посмотреть на сайт благотворительного фонда фото, имена, истории тех детей, которым мы с вами за эти несколько лет собирали эти деньги. Ну и, конечно же, не перестаем собирать, не перестаем эту сумму увеличивать. Вот сейчас она уже там подросла до 805 тысяч долларов, то есть очень даже методично она увеличивается. Ну что ж, здорово, друзья, и хочется отметить заслуги вас, всех, кто наиболее активно прилагает свои усилия, тех, кто уже не представляет, наверное, своей жизни без участия в проекте, и в том числе тех людей, имена которых мы имеем возможность видеть каждый месяц в очередном рейтинге топ-10, и имена – это наиболее эффективных фандрайзеров нашей программы. Вот сейчас я загружу слайдик, и мы с вами подведем итоги топ-10 за апрель, уже, конечно, 10 мая, но, тем не менее, мы с вами не озвучивали их на онлайн-конференции, поэтому я еще раз хочу сообщить их имена, имена тех людей, которые в апреле проявили наибольшую активность, и благодаря усилиям которых было направлено в фонд наибольшее количество благотворительных пожертвований. Итак, эти люди, это 10 человек, топ-10, первые 3 места получили от компании денежные вознаграждения в размере 300, 200 и 100 долларов соответственно, и с 4 по 7 место мы вознаградили подключением услуги бизнес-автомат. Итак, это Казахстан, Алматы. Азамат Ташенев. Казахстан давненько у нас не появлялся в топ-10. Ну и вообще, друзья, приятно, что за последние месяцы, вот я так посмотрел статистику, у нас все больше и больше российских флагов, ну и вообще страны СНГ подтягиваются и обгоняют уже зарубежных наших партнеров, которые когда-то вот прям целое засилье было в топ-10. Ну что ж, это здорово. Итак, Азамат Ташенев, первое место. Юлия Бирюкова, Россия, город Иваново, второе место. Ирина Агапова, Россия, Ростов-на-Дону, третье место. Карим Хакимов, также Казахстан, Алматы, четвертое место. Светлана Урусова, Россия, Москва, пятое место. И
Еще пять имен. Это с 6 по 10. Шестое место. Рамаз Атабаки, Россия, Екатеринбург. Седьмое место. Андреас Франк, Германия. Восьмое место. Такой вечно веселый парень. Энтони Филпот с Соединенных Штатов, город Детройт. Девятое место. Родион Петровский, Россия. И десятое. Энок Мангуана, Южная Африка, Питер, Маритсбург. Вот такой вот интересный город, в котором я никогда не был. Ну, в общем-то, вот это 10 человек, которые были удостоены внести свои имена в наши рейтинги топ-10 навечно. И уже в настоящее время, за май месяц, мы рейтинг собираем. И, в принципе, желаю всем вам побороться за звание лучших фандрайзеров, получить приятные призы, может быть, денежные, а может быть, бизнес-автомат вам достанется. Ну и самое главное, конечно, не призы, самое главное – это та эффективность, которую с помощью своей активности вы принесете по сбору средств. Ну и, конечно же, ваше имя, ваше фото, ваш аватар, который будет в топ-10, это дорогого стоит перед вашими партнерами. Вам всегда будет за это гордо, и вы сможете сказать, что вот, друзья, присоединяйтесь к команду лидеров, да, как это любите вы делать в большинстве своем. Ну и, в принципе, это правда. Так. Ладно, давайте от топ-10 перейдем уже непосредственно к нашей большой новости, которую как раз к 9 мая нам техники наконец-то сделали, чуть-чуть пораньше, и в тестовом режиме уже запущено, ну как в тестовом, практически в боевом, да, бета-тестирование у нас идет нового сервиса. Это сервис доступных вознаграждений, вернее, не сервис, это система дополнительных вознаграждений. И вот такой вот блок, который называется «Доступные вознаграждения», появился уже в вашем личном кабинете. И у вас здесь находится целых 9 потенциальных видов вознаграждения, о каждом из которых мы сейчас поговорим очень подробно. И давайте начнем с первого. Ну, кстати, я думаю, что вы сами разбирались, сами уже получали, даже не думаю. Я знаю, что многие из вас уже получают эти вознаграждения, уже разобрались, но я хочу сейчас для всех пояснить нюансы, особенности и некоторые даже сенсационные такие новости, которые у нас возникли благодаря этой системе. Итак, вот это самая очень и очень важная новость, которая, вот это первое, казалось бы, не очень большое, но очень важное вознаграждение, которое называется Activation Bonus, делает отныне доступным для всех участников, начиная со статуса волонтер. То есть, когда человек активирует свой аккаунт, оплачивая $5, как вы помните, ранее этот человек получал реферальную ссылку в свое пользование и мог уже пользоваться своим аккаунтом полноценно, но не мог получать вознаграждение. Все они учитывались как упущенная прибыль, если даже вдруг ему направлялись такие вознаграждения от его партнеров, которых ему удалось пригласить, но он их не мог получать, пока сам не активировал статус бизнес. В принципе, на сегодняшний момент ничего не изменилось, но вот Activation Bonus, как отдельный особый вид вознаграждения, все-таки мы решили сделать доступным для всех участников, но всех мы имеем в виду именно активированных, да? Это и волонтеры, и участники в статусе бизнес. Мы не афишируем эту возможность пока что на внешнем сайте, поскольку понимаем, к чему это может привести, то есть не очень желательные последствия могут возникнуть, если мы выставим как самоцель активацию аккаунта ради
того, чтобы получать activation бонус, да, то есть нам не нужно, не нужны здесь люди, которые будут приглашать других людей активировать аккаунты, чтобы те приглашали других людей активировать аккаунты, да, то есть нам не нужны такие, такая активность, нам нужна именно активность фандрайзинговая, но этот бонус после активации аккаунта, он уже дает возможность попробовать на вкус совершенно немножко, да, $1, но тем не менее понять, что эта система уже работает. И вы, наверное, знаете, как легко и просто приглашается 1, 2, 3 партнера, и очень легко кто-то из них активирует аккаунт, и вы уже получаете вознаграждение. То есть это уже дает человеку понять, что да, это работает. Сейчас следом, вот пока сейчас идет тестирование, пока что все бонусы начисляются на депозит, они не на кошельки начисляются, ну, дабы избежать ошибок и иметь возможность их откорректировать. Ну, вот, практически все ошибки уже устранены, наш техник сказали, что буквально сейчас 1-2 дня, и будут уже на ваши кошельки напрямую все эти бонусы начисляться. Но это не самое главное. Главное то, что дополнительно сейчас мы работаем над системой уведомлений, что является очень и очень важным моментом, поскольку, ну, если человек не будет знать о том, что у него есть какая-то возможность, то, соответственно, и грош цена этой возможности, правильно? Если он не будет знать о том, что у него нарисовалась упущенная прибыль по тому или иному виду бонуса, соответственно, он тоже не будет мотивирован этот бонус включить. Ну и так далее, так далее. То есть здесь целая цепочка взаимосвязей, которую нам предстоит разложить по полочкам и включить в систему email, SMS уведомлений, которые будут работать на всех вас и на нас тоже. Итак, давайте дальше. Значит, для всех волонтеров, еще раз, да, резюмирую этот вид бонуса, для всех волонтеров, для всех бизнес-партнеров, у которых активен аккаунт, то есть не истекла активность, которые активировали свой аккаунт, уже доступен activation бонус в размере $1, который поступает на их счет моментально после активации аккаунта лично приглашенным партнером. Исключение составляет активация с помощью бонусных $5 пин-кодов. В этом случае бонус не начисляется. Это стоит знать, об этом написано. Следующий вид бонуса, ну, в общем-то, это классический, ну, даже нельзя его назвать бонусом, это основа основ нашего маркетинга, это денежные переводы от других людей, financial aid, то есть финансовая помощь, которую все вы неоднократно уже получали в свой адрес от людей со всего мира, и здесь мы еще раз вынесли этот вид вознаграждения для констатации, что таковой существует и что таковой доступен именно в статусе бизнес. Кстати, это еще одна хорошая нотификация для того, чтобы человек увидел, для чего ему нужен статус бизнес. Соответственно, размеры вознаграждений финансовой помощи – это 5, 10 и $15. С 1 по 7 уровень вашей структуры вам их отправляют. Одну секундочку, друзья. Сейчас я продолжу. Так, и Skype отключу, чтобы меня не отвлекали. Для того, чтобы получить... То есть для того, чтобы активировать этот вид бонуса, видите, да, справа от каждого бонуса есть кнопка состояния его. Либо он активен, либо его нужно активировать. Ну, либо он еще пока находится в статусе разработки. Там стоит скоро. Так вот, для того, чтобы активировать возможность получения финансовой помощи, все очень просто. Нужно самому оказать эту финансовую помощь. Об этом написано при клике по кнопочке «Активировать». Но я вам не буду уже это показывать, и так это, в принципе, понятно. Давайте рассмотрим следующий бонус. Это у нас бонус за подключение партнерами услуги «Бизнес-автомат». «Бизнес-машина бонус», так называемый. Латинские названия вы запоминаете, потому что они будут фигурировать в уведомлениях
Это короткие названия, такие же Activation Bonus, Financial Aid, Business Machine Bonus и так далее. Таким образом, вы можете получать вознаграждение в размере 10% от суммы покупки каждый раз, когда ваши личные партнеры подключают услугу бизнес-автомат. Соответственно, этот бонус также доступен только в статусе бизнес, и для его активации необходимо самому хотя бы раз подключить услугу бизнес-автомат. После этого этот бонус навсегда активируется у вас. То есть имеется здесь некоторая логическая связь к тому, что для того, чтобы рекомендовать своим партнерам услугу бизнес-автомат, вы должны, ну, как минимум, знать, как она работает, и как минимум попробовать ее на себе, чтобы быть не голословным перед ними. Да, вот такой смысл. Ну и, соответственно, мотивация такая по цепочке для того, чтобы ваши партнеры также были мотивированы приносить вам доход и подключать эту услугу время от времени. 10%. Это означает, что любая абсолютно сумма, ну, знаете, что услугу бизнес-автомат можно подключить в разных пакетах. Это может быть одно место, 5 мест, 10 мест, а может быть и несколько раз по 10 мест. Да? В принципе, неограниченное количество мест можно подключить в рамках лимита мест, которые доступны на сегодняшний момент, то есть свободны, не заняты. Да? Незанятых мест, как правило, бывает не так много, но все-таки они бывают. Освобождаются каждый день, занимаются каждый день новые и так далее. То есть текучка происходит. И 10% это очень просто, да, это десятая часть. Ну, например, если $50 человек активирует услугу, то $5 вам сразу на счет начисляется. Ну, все очень просто. Условия тоже активации этого бонуса понятны. Идем дальше. Бонус за создание вашими партнерами уникальных ссылок. Unique Link Bonus. Здесь вы имеете возможность получать вознаграждение в размере $1 каждый раз, когда ваши личные партнеры оплачивают создание новой или продление активности ранее созданной уникальной ссылки. Ну и, соответственно, бонус не начисляется за создание бесплатных уникальных ссылок. Ну, это оно и понятно, логично, да, как вы понимаете. Но действительно, каждый ваш партнер для качественной своей работы создает, пусть даже бесплатную ссылку, но тем не менее он ее создает. И следующий год, если он хочет продолжать ее использовать, он должен будет ее продлить. И вот тут вы с этого уже будете получать $1. Кроме того, для тех людей, которые активно ведут свой бизнес, как правило, они используют несколько уникальных ссылок для ведения раздельной статистики, ну и вообще для лучшего удобства, соответственно, вы также с них можете получать больше вознаграждений. Пока что этот вид бонуса, как вы видите, находится еще в разработке с какими-то небольшими сложностями. Там техники столкнулись, но сказали, что завтра уже будут тестировать и этот вид вознаграждения, поэтому, скорее всего, он у вас разблокируется. И что касается квалификации для того, чтобы вы могли его получать, ну, как вы понимаете, все очень-очень просто. Для того, чтобы получать этот вид бонуса, нужно самому иметь как минимум одну активную уникальную ссылку. Все очень и очень предельно просто. Дальше. Так, это у нас 14. Ага. Бонус за участие партнеров в совместных рекламных кампаниях. Здесь вы можете получать по $1 за каждое место, занятое вашими личными партнерами в любой из совместных рекламных кампаний. Ну, здесь мы не можем позволить вам выплачивать 10%, потому что все-таки совместные рекламные кампании – это некоторая инвестиция, как вы помните, да, это люди, которые объединяются и совместно собирают некоторую сумму денег. Каждый из них дает понемножку, но в итоге образуется большая крупная сумма денег, которую мы направляем на заранее установленный вид рекламной кампании какой-то. Да? То есть, например, даем
куда-нибудь большую баннерную рекламную кампанию, и все регистрации, которые с нее в итоге идут, они распределяются по очереди между всеми соинвесторами этой рекламной кампании. То есть процесс очень простой, логика здесь тоже исключительно понятна. Вот. Но по $1 вы сможете получать за каждое место, занятое вот в этой рекламе, в любой абсолютно рекламной кампании. Их у нас ни одна, ни две, ни три, соответственно, будет. Пока что у нас все рекламные кампании были уже собраны. Новых мы пока не запускали, но это только пока. Вот постараемся на следующей неделе уже предоставить вам несколько рекламных кампаний для того, чтобы и, соответственно, и поучаствовать вы могли в них, и для того, чтобы, возможно, опробовать этот вид вознаграждений тоже вы могли. Ну, а условия получения этого вида вознаграждений, в принципе, такое же, как и у бизнес-автомата. То есть нужно как минимум один раз самому поучаствовать в любой из совместных рекламных кампаний, и тогда этот вид вознаграждения активируется у вас и дальше будет вам доступен. Так, дальше еще есть у нас один вид вознаграждений. Решили мы его запустить, дополнительную мотивацию для того, чтобы вы оставляли как можно больше и как можно охотнее снимали видеоотзывы о своем участии в проекте «Всем миром». Это бонус за публикацию партнерами видеоотзывов, как вы догадались уже. И тут вы будете получать по $3 за каждый видеоотзыв, опубликованный вашими личными партнерами на сайте «Всем миром». Ну, а сами ваши партнеры также будут получать определенные бонусы вознаграждения. Об этом мы поговорим чуть позже. Ну, вот, соответственно, квалификацию для того, чтобы получать такой бонус, как вы понимаете, тоже исходит от обязанности самому опубликовать таковой видеоотзыв. То есть, если вы сами хотя бы один видеоотзыв опубликовали, то такой вид вознаграждений для вас доступен. Ну, а если недоступен, то опубликуйте, и он станет доступен. Все очень-очень просто. Я обмолвился о том, что на время тестирования все начисления по вот этим видам вознаграждений, они переключены на депозит. То есть поступают они не напрямую на ваш кошелек WalletOne, как вы уже привыкли, а пока что копятся на вашем внутреннем счету, и их можно вывести. Ну, для чего это сделано, я уже сказал, да, для того, чтобы минимизировать риск ошибок, которые на этапе разработки и бета-тестирования все-таки у нас проскакивают иногда. Отлавливаем мы их, исправляем, корректируем. Вот. Корректировать уже отправленные деньги, как вы понимаете, невозможно, а вот начисленный на баланс, в принципе, возможно. Поэтому вот так. Если кто-то не знает, что такое депозит, где его искать, показываю. Он находится в разделе «Центр управления» в блоке. Блок называется у нас «Счета и финансы». И строчечка «Депозит». Если у вас там деньги есть, то она у вас появится. Если у вас такой строчки нету, то не беспокойтесь, у вас на депозите нету денег. И не нужно вам, в принципе, о ней даже знать. Вывести с депозита, для того, чтобы вывести, нажмите на кнопочку «Вывести», и там, соответственно, проделайте всю процедуру. Вывод, стоит отметить, что вывод с депозита доступен для верифицированных пользователей, но процедуру верификации пройти также несложно. Это объясняли мы, это тоже некоторые меры защиты от злоупотреблений и накруток, которые иногда у нас случаются, но вот в последнее время все реже и реже. Если у вас остались вопросы по поводу системы дополнительных вознаграждений, то у нас будет время вернуться к обсуждениям. А пока что я расскажу вам о других важных новостях, которые также у нас присутствовали за минувшие недели. Итак, вот это вот важнейшая новость, которая гласит, что на сегодняшний день у нас с вами открыто дополнительно к странам СНГ прямая оплата по картам стран Европы и Азии. И я хочу зачитать вам список этих стран для того, чтобы вы, может быть, запомнили.
По флажкам не все знают. Итак, на сегодняшний день можно беспрепятственно оплачивать напрямую с карт Visa и MasterCard, то есть пополнять ваш кошелек Wallet One напрямую из личного кабинета всем миром. Для любой цели, для любой цели внутри проекта имеется в виду, да, для оказания помощи, для подключения услуг или для чего-то еще. Из следующих стран. Ну, страны СНГ мы с вами не берем, это было всегда. А страны Европы и Азии следующие. Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания. И страны Азии, такие как Индия, Китай, да, хорошая страна Китай, большая, Монголия, Пакистан, Япония, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Мьянма, Бангладеш, Сингапур, Малайзия, Индонезия и Тайвань. Вот такой вот весомый список стран у нас теперь доступен для прямой оплаты по картам. Речь идет о вот этих вот способах оплаты, которые выделены как Visa, MasterCard блоками в способах оплаты. И вопрос, а что делать другим, остальным людям, которые не в этих странах живут, да, или вдруг, если у этих стран возникла проблема с оплатой, здесь тоже, в принципе, преграды нету. Для этих стран доступна оплата через PayPal. Соответственно, если они кликнут по Visa MasterCard, просто система им сообщит, что, к сожалению, прямая оплата по картам для вас недоступна для вашей страны пока что. Но вы можете оплатить через PayPal со своей карточки. Вот. Поэтому, в принципе, нету никаких преград, но прямая оплата по картам, согласитесь, это все-таки очень важно. Так, ну, протестировали уже все это, работает, и, соответственно, для того, чтобы вам приглашать граждан зарубежных стран, никаких препятствий уже нет. Ну, может быть, кто-то для себя сейчас препятствием выберет отсутствие видеопрезентации на других языках. Ну, и эту небольшую недочет, этот небольшой недочет мы, соответственно, тоже работаем над его устранением. У нас уже имеются переводы на несколько языков. Вот ждем, соответственно, наших дизайнеров, когда они справятся с конвертацией видеоматериалов. Мы решили здесь ускорить определенным образом работу, ну, потому что вы понимаете, что озвучка и монтаж все-таки делаются долго и дорого, а вот переводы делаются намного быстрее, потому что поэтому мы первым делом, ну, соответственно, озвучим ролики основные концепцию сертификатов, как это работает. А на все остальные ролики мы добавим субтитры на различных языках. Ну и, соответственно, будем в процессе уже догонять их и полноценными видеопрезентациями. Ну, я думаю, что это будет уже намного лучше, чем так, как их просто на английском языке. Потому что английский, к сожалению, понимают далеко не все. Просят и бенгальский, и китайский, и все-все-все языки просят постоянно. Работаем над этим, друзья, вкладываем сюда большие деньги. Силы, время, но не хватает его. Тем не менее, будет все обязательно. И обмолвился я о том, что ваши партнеры, от которых вы будете получать бонус за публикацию видеоотзывов в размере $3, также, в принципе, мотивированы эти видеоотзывы добавлять и как можно чаще и больше это делать. Но имеется в виду, что каждый участник все-таки сделает по одному хорошему видеоотзыву, и мы с вами уже на сегодняшний день имеем около, хотя как около, 99, ровно 99 видеоотзывов на сегодняшний день доступно на официальном сайте. Это те отзывы, которые мы отобрали из огромного количества ежедневно присылаемых нам видео. Ну, отобрали почему?
Потому что, к сожалению, многие присылают отзывы очень плохого качества, ну, иногда какую-то ерунду не связанную пытаются там говорить, вот, не получается. Но бывает, потом все-таки исправляются, с третьей, четвертой попытки присылают уже хорошие отзывы, хорошего качества, видимо. Аппаратуру находят, подбирают слова, заранее продумывают и уже снимают отличные видеоотзывы. Ну, соответственно, их мы публикуем. Сильно, конечно, не придираемся, потому что мы тоже мотивированы, чтобы видеоматериалов было как можно больше. И вознаграждаем вас за это. Некоторую благодарность сразу же в размере $25 мы вам гарантируем за каждый видеоотзыв, который мы опубликуем на нашем сайте. И кроме того, напоминаю о том, что остался всего лишь месяц, а уже даже меньше. То есть по регламенту мы с вами собираем видеоотзывы. Помните, как у нас уже был когда-то розыгрыш? И есть у нас даже здесь люди, которые становились призерами этого розыгрыша, да, Замат. Вот. И, соответственно, новый большой видеоконкурс у нас с вами грядет. До конца мая, до начала июня мы с вами гарантированно собираем видеоотзывы. То есть каждый из вас имеет возможность прислать видеоотзыв. И он будет участвовать в розыгрыше, то есть в общем голосовании за звание лучших видеоотзывов, который будет определен общим голосованием, еще раз повторюсь. И после этого авторы трех лучших видеоотзывов у нас получат очень весомые денежные вознаграждения в размере $1000 за первое место, $500 за второе место и $300 за третье место. Ну и, как я уже озвучил, никто из оставшихся не будет обделен, поскольку $25 гарантированно в любом случае получит за свой видеоотзыв. Вот. Но понятно, что оставлять нам видеоотзывы могут исключительно участники, которые сами являются полноценными участниками, да, которые оказали финансовую помощь, которые уже попробовали себя на поприще фандрайзинга. Потому что возникают вопросы, люди присылают нам, а могу я активировать аккаунт и прислать вам видеоотзыв? Ну, дружище, да, как бы, конечно, можешь, но мы не примем его, поскольку авторитета у тебя никакого нету, чтобы оставлять видеоотзыв, потому что ты еще и не участник, а что ты можешь отозваться, да, соответственно, нет, конечно же, нет. Здесь отзывы только реальных участников, тех, которые стали благотворителями. Так, кто-то не слышит. Давайте плюсики поставьте в чат, друзья. Слышно меня сейчас? Слышно, отлично. Ну что ж, как добавить видеоотзыв, я вам рассказывать не буду. Это можно сделать в своем личном кабинете, в своем профиле, нажав на кнопочку «Видеоотзыв» или вот на этот желтый баннер, который у вас постоянно висит в личном кабинете и будет висеть до, как минимум, конца мая. А, не сказал самое это главное, то что есть у нас с вами задача набрать как минимум 50 видеоотзывов на голосование. То есть, что случится раньше? Либо 50 видеоотзывов, либо 1 июня настанет. Ну, понятно, что до 1 июня все равно вы сможете присылать, хоть там будет и 100 прислано. Но на сегодняшний день около 35, по-моему, видеоотзывов нам уже прислали. То есть, вот они уже публикуются или опубликованы. И еще вот 15 видеоотзывов. Как только у нас здесь соберется, мы, соответственно, уже будем запускать голосование. Посмотрим. Пока что дата 31 мая. Кто знает, может быть, если не успеют собраться 50 отзывов, может быть, мы продлим еще на один месяц, потому что есть некоторое желание все-таки захватить еще и летний период. Да, все-таки летние отзывы, они все сочные, хорошие. Ну, посмотрим, друзья, посмотрим. Ваше мнение в том числе учтем. А, хотя вам-то, конечно, чем меньше конкурентов, тем лучше, я понимаю. А, да, запись, надеюсь, будет. И мы
вы будете иметь возможность ее преподнести. Так, прежде чем мы с вами перейдем к розыгрышу... Нет, к розыгрышу призов мы перейдем прямо сейчас с вами. А вот прежде чем мы перейдем к ответам на вопросы, мы как раз перейдем к розыгрышу призов. Поэтому, одну секундочку, я сейчас раздобуду для вас ссылку для регистрации в розыгрыше призов, а вы пока что авторизуйтесь в своем личном кабинете всем миром, для того, чтобы иметь возможность зарегистрироваться в этом розыгрыше. Итак. Разыгрываем мы сегодня призовой фонд на сумму $250. Ни много ни мало. А что за призы у нас? Ну, в общем-то, вы видите, это 3 места в системе бизнес-автомат, это 5 уникальных ссылок в домене .ru и 10 5-долларовых пин-кодов. Вот такая ссылочка, друзья. Я в чат ее скинул. Чат закрываю, чтобы вы не могли ее далеко запостить, да, чтобы все видели пока что. Переходите по этой ссылке и регистрируйтесь в розыгрыше призов. Ну, соответственно, напомню, что вы должны войти в свой личный кабинет, и после этого система сообщит вам, что вы успешно зарегистрированы. Если это произошло, все, можете отдыхать и ждать, пока мы приступим к розыгрышу призов. Ну, все ссылочку получили. Несколько минуточек я даю на регистрацию. А пока что открываю чат и давайте попробуем с вами обсудить тему сегодняшней конференции и, возможно, систему дополнительных вознаграждений в частности. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы в чат. И я на них постараюсь наиболее подробно ответить. Ольга Ульянова. В топ-10 засчитываются объемы всей структуры или только лично приглашенных? Да, Ольга, только лично приглашенные здесь учитываются. У нас была в свое время идея засчитывать объем структурной работы. Но в итоге мы пришли к выводу, что это не совсем справедливо было бы, потому что вышестоящий партнер находится всегда в более выгодной позиции. Вот, и поэтому мы не стали здесь переходить на учет командных результатов, а именно здесь личные достижения. Да и в принципе я считаю, что личная активность, она является у нас всегда передовым, мотивирующим и ведомым фактором развития всего вообще процесса. Потому что необходимо мотивировать всегда каждого участника, каждого фандрайзера делать личную активность. Если этого не будет, то мы многое потеряем. Так. Бонус за видеоотзыв начисляться не будет, заранее опубликованные отзывы личных партнеров. Нет, Ирина, никакие бонусы за задним числом начисляться, конечно же, не будут. Это относится не только к бонусам за видеоотзывы, но и ко всем остальным типам и видам бонусов. Только с того момента, когда мы их запустили. Ну, вы не переживайте, у вас многое впереди, я надеюсь. Так, что такое пин-код? Пин-код, речь идет, наверное, о 5-долларовом пин-коде, который мы сейчас разыгрывать будем на нашем розыгрыше. Да? Это такой номерок 12-значный, которым можно оплатить активацию любого участника. То есть это $5, которыми можно активировать аккаунт любого пользователя. Вот что такое пин-код. Помните, раньше были такие штрих-коды, которыми баланс телефона пополняли? Вот примерно то же самое и наш пин-код. Есть еще $100 пин-код, которым можно оказать финансовую помощь. Но сейчас пока речь о нем не идет.
Так, в топ-10 засчитывается с бизнес-автоматом. Не совсем понял, Валентина, что вы имели в виду. Может быть, зададите вопрос немножко больше, более понятно, я вам отвечу. Так, бонус за совместную рекламу начисляется при каких условиях? Нужно ли самому хотя бы раз причать? Да, Ирина, конечно, вы прослушали меня, наверное, но у нас сквозь все абсолютно виды вознаграждений, как вы уже поняли, проходит одна и та же логика. Для того, чтобы получать это вознаграждение, нужно самому как минимум раз воспользоваться этой услугой. Да? То есть практически везде это условие соблюдается. Соответственно, и в совместных рекламных кампаниях то же самое. Хотя бы один раз, хотя бы в одной рекламной кампании нужно принять участие. Так, как пока регистрироваться через сертификат? Отсутствует уже неделю, Василий Шевчук. Василий, знаете, да, сообщали нам о том, что не работает ссылочка именно на офлайн-сертификат, но, видимо, она очень редко используется, поэтому вот так вот как-то пропустили. Я уточню у техников, если она до сих пор не работает, соответственно, напомню им. Я думаю, что там несложно это дело починить. Что-то, видимо, там они затерли. Так. Если я получил бизнес-автомат из топ-10, буду ли я получать бонусы? Угу, Родион. Надо уточнить этот момент. Честно говоря, сейчас не готов ответить на ваш вопрос. Вы возьмите просто и посмотрите, если вы получили бонусный бизнес-автомат, то вы посмотрите просто, какой статус вознаграждения у вас стоит. То есть, если у вас стоит статус активирован, активен этот вид бонуса, соответственно, будете. А если он стоит неактивен, ну, соответственно, значит, нужно идет в зачет только оплаченный. Родион, в центре управления, в блоке со доступные вознаграждения. Посмотрите статус этого вида вознаграждения. Какой он у вас? Активен или нужно активировать? Вот будет ответ на ваш вопрос. Так. При оплате бизнес-автомат попадаешь в топ-10. Валентина. Здесь опять, наверное, далекая логика, да, прослеживается в вашем вопросе. Я так понимаю, что и вы хотели спросить, идут ли в зачет топ-10 партнеры, которые активируются через бизнес-автомат пришедшие, да? Да, идут. То есть система бизнес-автомат абсолютно то же самое, что если бы вы лично приглашали партнеров. То есть у нас нету никакой разницы. Через бизнес ли автомат пришел партнер к вам, или вам его друг привел за ручку, или подарил спонсор, или каким-то еще интересным образом он у вас появился. Да? То есть, если это ваш лично приглашенный, в смысле не лично приглашенный, если у вас первый уровень, так сказать, да, как именно он был приглашен, неважно, то, соответственно, он идет в зачет, как лично приглашенный. Все, вопрос здесь однозначен. Так, ну что, давайте посмотрим, сколько у нас людей. Ага, я вижу, что не все еще у нас зарегистрировались в розыгрыше призов. Друзья, я, с вашего позволения, еще раз опубликую ссылочку. Так, кто не зарегистрировался в розыгрыше призов, прямо сейчас переходите по этой ссылке. У вас есть буквально одна минута для того, чтобы получить вот один из этих призов, то есть, по крайней мере, дать себе такую возможность. Если вы не зарегистрируетесь в розыгрыше призов, то вы гарантированно не сможете участвовать и претендовать ни на один из них. Вот, вижу, прибавляется, да. Давайте, считаю, соответственно, еще до 10, и мы с вами закрываем регистрацию.
И начинаем розыгрыш. Ибо время дорого. Угу. Ну, считаем, что все, кто хотел принять участие в розыгрыше, и те, кто не отошел на данный момент от компьютера, и те, у кого есть личный кабинет, все они, соответственно, в нем зарегистрировались и сейчас примут участие в розыгрыше часов. Итак, друзья, я останавливаю регистрацию. Сейчас вы можете перейти по ссылочке. Вот по этой. Сейчас я сотру все в чате, чтобы не было лишних ссылок. Вот по этой ссылочке можете перейти и увидите всех, кто успешно зарегистрировался для данного розыгрыша. Их почему-то меньше намного, чем здесь присутствующих на конференции, но тем не менее немало. И вот среди них мы сейчас и разыграем призы. Итак, я запускаю розыгрыш. Пошло, 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 пошло. И сейчас система нам определит тех людей, которые... Оп, розыгрыш успешно завершен. А теперь обновляем страничку и видим, кто получил какой бонус. И вот они, соответственно, все наши призеры. Много призов, смотрите, друзья, да? Аж так. Ну, давайте я назову имена. Юрий Белоконь. Последний, кто зарегистрировался на розыгрыше и сразу выиграл уникальную ссылку. Видите, как вам повезло. А ведь могли бы и не выиграть. А Наталья Кукса, 5-долларовый пин-код. Николай Егоренков, 5-долларовый пин-код. Олег Милентьев, уникальная ссылка. Людмила Табаги, бизнес-автомат получает. Рамаса Табаги, 5-долларовый пин-код. Евгения Милентьева, уникальная ссылочка. Ирина Агапова, 5-долларовый пин-код. Александр Попугаев, бизнес-автомат вам достается. Сергей Шкурин, 5-долларовый пин-код. Борис Маркелов, бизнес-автомат. Разыграли бизнес-автомат. Итак, Николай Молотягин, 5-долларовый пин-код. Ольга Агеева, уникальная ссылка. Азамат Агитаев, 5-долларовый пин-код. Какой козырный у вас номер сертификата, Азамат. Любовь Сергеенко, 5-долларовый пин-код. Алексей Шустин, уникальная ссылка. Татьяна Медникова, 5-долларовый пин-код. Шамиль Сайфудинов, 5-долларовый пин-код. И все. Вот на этом наши призеры на сегодняшний день закончились. Поздравляю вас, друзья. Ну, а те, кто себя не видит среди победителей, соответственно, вы не стали победителем, а вот вас я, Ольга, вижу на 12 месте, Ольга Ульянова, среди тех, кто не стал победителем. Просто вниз полистайте, вы себя там увидите. Вот, наша система работает честно, никаких здесь накруток нету, если вы об этом. Друзья, если еще есть вопросы, то давайте их обсудим. 2 минутки буквально у нас есть. Ольга, если у вас нету фото, это значит, что либо вы его не загрузили, либо модератор его вам еще не одобрили. Вот это 2 варианта, почему у вас нету фото. Ну вот, есть те, кто не понял ничего, да? Ну ничего страшного, в следующий раз поймете, запись посмотрите. Все будет понятно. Но от фото Ольга не зависит, выиграли вы или не выиграли, поэтому не переживайте. Вопросов, друзья, я не вижу ваших. Посему, наверное, мы сегодняшнюю конференцию считаем завершенной. И прощаюсь я с вами ненадолго, до следующего нашего новостного вебинара. За его расписанием
за анонсом смотрите и следите в наших официальных группах в соцсетях, а также в разделе «Новости» на нашем официальном сайте. Всех благодарю, всех еще раз с прошедшими праздниками. Ну и желаю вам хорошего мая в плане рабочих успехов, ну и, конечно же, в плане погоды, потому что хочется уже лето. Все, друзья, до скорых встреч. Всем спасибо, удачи.